звезды на церемонии вручения Governors Awards 2018. Премия является своего рода репетицией Оскара. Ее ежегодно вручает Американская киноакадемия. В Лос-Анджелесе состоялось ежегодное вручение премии Governors Awards 2018, которое традиционно предшествует Оскару. Эта премия является одной из пяти, вручаемых Американской киноакадемией. В этом году на церемонии присутствовали Николь Кидман, Эмма Стоун, Леди Гага, Хилари Суанг, Хью Джекман, Эмили Блант и другие. Прошедшая церемония Governors Awards 2018 являлась юбилейной 10-й. Ее лауреатами стали продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл, композитор Лала Шифрин, актриса Сисили Тайсон и публицист Марвин Леви. Ранее сообщалось, что были награждены лауреаты престижной премии MTV Europe Music Awards. Лауреаты MTV Europe Music Awards. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.